А как вот с коляской, если вы ее впереди везете? Ну вот я вот так вот делаю, обычно выглядываю. Или в бок и выглянуть с машины, да? Чтобы коляска была не вперед, не впереди коляска была. Так что берегите себя, берегите свое чадо. Спасибо большое. И мамам, и детям, всем по фликеру. Светящиеся полоски на площади Возрождения выдавали сегодня всем пешеходам. В России требование носить так называемые фликеры при движении в темное время суток ввели еще в 2006 году, но пока оно носит рекомендательный характер. Каждому пешеходу будет выдаваться вот такой фликер, который обезопасит пешехода. Каким образом? При наличии данной наклеечки пешеход будет виден на расстоянии до 400 метров в свете фары. На эту акцию сотрудники ГИБДД сегодня вышли специально. Осенью темнеет рано, и пешеходы на дороге незаметны. Поэтому волокжанам сегодня озвучили цифры статистики. Применение таких полосок снижает риск наезда почти в 7 раз. Пример тому – опыт Европы и Скандинавии, где фликеры используют уже около 30 лет. Фликеры не помешают иметь и тем, чья работа предполагает передвижение пешком вдоль оживленных улиц. Пешеходу следует помнить о том, что, двигаясь по шоссе, он должен идти вдоль, по левой стороне дороги, навстречу движущемуся транспорту. Ну а размещая световозвращающие элементы на верхней одежде, руководствуйтесь тем, что они должны быть направлены в сторону движения транспортного средства и надежно прикреплены на одежде. Причем такую бирку, прикрепленную даже на полностью черную одежду, видно лучше, чем человека в светлом костюме. Водители в этом уже убедились, и идею с фликерами поддерживают полностью. Эта идея со светоотражателями очень хорошая, потому что, двигаясь в темное время суток по трассе, водителю гораздо легче будет заметить пешехода. И риск аварии, столкновения каких-то человеческих жертв, он будет гораздо меньше. Идея, наверное, актуальна на сегодняшний день. И молодежь так, наверное, было бы прикольно. Я вот, например, являюсь классным руководителем в группе и попробую предложить своим студентам. Причем это не обязательно могут быть скучные полоски. В магазинах можно найти светоотражающие наклейки в виде забавных рожиц. Фликер может быть брелоком или бусами. Выбор сейчас огромный. Важно то, что этот светящийся кусочек пленки может спасти жизнь. Андрей Ростов, Николай Замараев, Новости Вологды.